очень жестко стать боль. Демонстрируем на листе меры, но сзади шума! Вам дополнительно могут дать. Максим переходит к следующему этапу. Максим любит аплодисменты. Ворвался он. Сейчас он, если все четко сделает, выиграет. Про сальто не забывай. The sound is universal, swimming baby, I'm the star.
Опа! Давай, давай, давай! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Давай мерим! Хорош! Зачем вы так понимаете? Они с другой планеты, это очевидно. Решать отрядка? Так, пошла. Тащи, блядь! Охуенно! Друзья, судя по тому, как радуются судьи! Охуенно! Заебись, заебись. Давай, давай, заебись. Вегетарианец, друзья! Вот, вот и сила! Травоядный, да, открывает чакры, траву ест, в общем, вот и сила, вот и энергия. Энергия космоса, Земли там. Что ешь ты? Мясо ешь землей, а еще... Вот и земля, друзья. Силу, силу берет из земли, друзья. А Валисвет, Валисвет тоже. Хотите тоже поесть из земли, все просто. Уже все известно. Уже все понятно. Я был так близок к победе. Буквально один шаг остался до победы, и я начал дико лажать во втором раунде. И этому есть причина. Основная причина в том, что сзади до соревнования я сильно забился. И этому тоже есть причина, и я об этом сразу говорю, что не жалею. Так получилось, что сзади до соревнований я сделал свою самую слабую сторону самой сильной. Звучит нереально, но это так. Моя самая слабая сторона – это нижние хваты, в особенности горизонты и самолеты. Чтобы вы знали, до соревнований за 2 недели я не мог даже сделать горизонт нижним хватом на турнике. То есть я его слил, и я всегда жаловался на нижние хваты, то, что у меня они не идут. Но ближе к соревнованиям я наладил дела с горизонтом и уже нормально его делал нижним хватом. Вот. Но фулл горизонт я не мог сделать. А за день до соревнований каким-то образом я сделал что-то нереальное. Я сделал фулл самолет нижним хватом на перекладине и фулл горизонт. Насчет самолета. До соревнований я самолет ноги врозь на перекладине даже не мог сделать. А тут я сделал фулл самолет и фиксировал достаточно неплохо. То есть могу на 4 секунды его зафиксировать на данный момент. На 4, на 5 секунд. Ну и естественно я начал вечером носить коррективы в комбинации, потому что я мог их усилить и противопоставлять такие элементы, как фулл горизонт и фулл самолет на перекладине соперникам, которые их умеют, а потом показывать уже свои элементы и тем самым выигрывать. Я чутка переживал за то, что я забился, но все-таки я был уверен, что я буду тащить на соревнованиях. И в принципе, я тащил до поры до времени. Первые 2 батла прошли неплохо. 3-й батл важный, с Мериновым. 1-й раунд хороший, прям отличный. 1-й раунд, сразу говорю, за мной. Я победил в 1-м раунде. 2-й раунд, когда я уже кайфую, когда я уже уверен в своей победе, я настроен на победу. Буквально после переднего виса я чувствую то, что у меня мышцы просто они... дико забились.
После переднего виса надо залететь в горизонт. Я залетаю, но не в горизонт, а сажусь на брусья. Потом стойка. Надо опустить фул горизонт. Я понимаю, что я его не опущу. Я опускаю горизонт. Не могу его зафиксировать. И тут я принимаю решение сделать сальто. И только после соревнования я понял, что это глупое решение, потому что даже в случае, схватившись за перекладину, а я схватился за перекладину, у меня мышцы настолько были забиты, что я не совладал с амплитудой, я просто стремительно полетел вниз. Дальше, ну, если бы не это сальто, возможно, все-таки не дали бы дополнительный раунд, и, возможно, бы я победил. Но я совершил эту ошибку, я упал. Можно было симпровизировать, начать какие-то трюки с отжиманиями, делать горизонт. И в таком случае, возможно, опять же, не дали бы дополнительный раунд, я бы победил. Но я запрыгнул, начал продолжать делать элементы и делал совсем не то. Вы, конечно, не знаете, как должно было быть, но я знаю, как должно было быть. Я вам говорю, что я делал не то. Вот. И потом, последней моей ошибкой было то, что я пошел делать флажок со своими забитыми руками и уже просто полностью убил раунд. Нам дали дополнительный раунд, естественно, хотя они там совещались там секунд 30, дали дополнительный раунд, хотя и так было очевидно, что он нужен. Вот. И в дополнительном раунде мы выступили на равных. Судьи, если бы не давали дополнительный раунд, они бы дали еще один. Но дополнительный раунд уже был, и им пришлось решать, кто победил. И они с перевесом в 2-1 отдали победу Меринову. Они решили отдать 2-1, специально там посовещались, потому что все-таки эта победа не в сухую. Вот так. Да, обидно, что вот это вот забитие меня подвело, но, опять же, я об этом не жалею. И все на этом. Следующий батл с Силкиным будет завтра, выйдет завтра. Поэтому до встречи в следующем видео и всем пока.